И вот еще в Парке Победы в Севастополе, какую установили, кстати, в прошлом году, я помню, что тут было, что тут было другое. Был какой-то дельфинчик такого плана и что-то еще. А сейчас, хотя говорили, что будут вроде как прошлогодние украшения, а сейчас ракета. Красная ракета. И вот тут Дед Мороз, видимо, летит. И везет с собой кучу подарков в хвосте ракеты. Оу, не успела снять. И вот какая красивая елочка с нитями позади нее. Холодно только.